истории не будет, потому что я просто тупо забыл ее снять. Но в очередной раз в этом году, в этом ноябре, я решил съездить в Питер. Там у меня живет моя интернет-подружка, с которой мы видимся раз в год. И тут она меня в очередной раз позвала. И еще уволился из офиса. И так обстоятельства сложились, то, что я купил билет и на следующий день уже улетел в Питер. И вот я бы хотел бы с вами просто поделиться этими теплыми и хорошими воспоминаниями. Я стою буквально с трусами и лифчиком. You gotta be kidding me. Ура, теперь можно про Дашку гадости говорить. Блин, а Дашка однажды, когда ее, когда она была маленькая, она ходила на танцы. И двери во все туалеты были заперты. И ей пришлось написать папу, а потом звонить маме, чтобы она ее знала. Что? Лёс, ничего. Что-что? Да так. Я пытаюсь вспомнить историю, где ты обосралась еще. Нет ответа, стесняется. Я уснул. Ладно, все. Wakey, wakey. It's time for school. Сейчас в Питере довольно-таки дождливо, но я рад, что я попал не на снег, не на злостную бурю снега. Вообще, в принципе, я люблю такую пасмурную погоду, дождик. И с этим у меня как раз-таки ассоциируется Питер. Сейчас я заказал доставку, решил погулять один, сбегать до Азбуки Вкуса, проверить, есть ли там вообще тот молочный коктейль, который я искал давным-давно. В Москве попробовал, а в моем городе его нет. Безумно любимый. Думаю, мы с Дашей поболтаем, посидим этим вечером. Я довольно-таки рано ложусь, поэтому, думаю, поснимаю чутка и дальше лягу спать. Завтра утром выберу какую-нибудь молодежную, модную кафешку, в которой поработаю, потому что на данный момент я не супер свободен, но попутешествовать мне хотелось, поэтому по утрам, пока она будет учиться, я буду коворкать каких-нибудь, возможно, кафе, возможно, у нее дома, не знаю. Но надеюсь, что я не буду забывать снимать ролики и какие-то отрывки, потому что я хочу, наконец, снять какой-нибудь полноценный уже влог. Откровенным и честным. Во-первых, у нас закончилась вода. И мне сказали, чтобы я не выпивал из этого оставшегося стакана слишком много воды, иначе нам не хватит на вечер. Я пью таблетки, потому что на ГЭС у меня аллергия. Я это знал, я даже не купил таблетки, когда прилетел. Я думал, ты хоть что-то смешное скажешь, Каза, чтобы я не выглядел мудилой. Мне нечего сказать смешного. Выпиваем таблетку.
Ой, я забыл, мне же нужно сделать только два глотка, а не три, потому что у нас вода закончилась. Зеркало грязное. Ну, помой. У меня дикая аллергия на Гесса, но я не знаю, с ним просто безумно классно ластиться. Я сейчас пойду коворкаться, Даша уехала в вуз, потому что ей нужно учиться. А я такая балда старая, фрилансер, пойду работать, вот. Она не едет со мной на уделку. Да, я сказала, завтра поедем. Она обещала сегодня. Она обещала бы сегодня в ресурсе, по итогу она сходит со мной в одну кафешку, а потом она начнет делать свои дела. Неужели этого недостаточно? Я турист. Пум-пум-пум-пум. Пупи. We had made love earlier that day with no strings attached. But I could tell that something had changed. Потом я это буду читать, да? Насколько ты будешь против, если я размещу камеру перед нами, когда мы будем есть? Ну, не знаю. Это странно. Ну да. Очень вкусно было. Я наелся, я все съел. Спасибо, мама. А тебе как? Мне тоже все понравилось, все было супер, но я наелась очень быстро. И я расстроена. Я хотела нормально насладиться и супом,
и вишневым пирогом. А теперь я не могу есть вишневый пирог, потому что я наелась. Украду тебя на ти, уну твоим хамиби, это основник не айпи. Ты ко мне летишь мою, хабибати. Ну да, да. Ладно. Начала? Да. Ну. Hi, I'm street photographer. Can I take your photo, please? Ну? Что? Yes! А! Yes! Предыстория. Когда я приехал, на полу же меня ожидали собачьи какашки. И никто их сутки не убирал. Во-первых, помните, я вначале говорил, кто будет убирать фекалии? Фекалии убирал я. Спустя сутки. Как обращаются к гостям? Непонятно. Твое оправдание. 5 звезд. Что? Она, кстати, не моет. Завтра я буду работать 5 часов, она будет учиться 5 часов. У меня в Питере больше друзей нет, что я буду 5 часов делать. Ну и славно, что их больше нет. И что я одна. Тебе. Скромно. Давай ты хотя бы будешь делать вид, что ты не видишь камеру. Как пубертатная язва. Ты пубертатная язва. Короче, я поработал, и я гуляю по центру, возможно, по самым туристическим местам, но мне так нравится архитектура, так все красиво, но, блин, мне так обидно за этот город, то, что за ним не ухаживают. Типа, ты можешь просто посмотреть налево, направо, и там будет мусор. Очень обидно. Я хорошо поработал, скоро выйдет ролик. У меня есть еще 2 суток, чтобы доснять этот влог. Вот, на улице дождик, сейчас возвращаюсь домой. Я сейчас был в кофейне, которая объединена с ювелирным магазином. Август вроде бы называется, если я не ошибаюсь. Вот, на улице дождик, я надеюсь, ноутбук не промокнет. Мне немножко прохладно. Такие вот дела. Итак, сегодняшний день. Я пришел после своего коворкинга домой.
Мы поссорились. Она отказалась со мной идти в ресторан. Хачапури и вино. Я устала после учебы. Поэтому я решил уехать один. Напился, наелся, чуть не сломал позвоночник в метро. А потом я приехал. И тогда она променяла меня на своего злостного, плохого, отвратительного мужика. Нет, ну знаете, я привык. У меня защитка потрескалась. Нет, все в порядке. Тараканов нет? Нет. Есть воды нет. А тебе, Даш? Я только что кофе пила, которым меня угостили. Господи, господи, вот вы. Я тебе ничего не скажу. Все в порядке. It's time for my revenge. Все, сейчас говном тебя намажу, и нормально. Да как обычно. Что-то поменялось? Подними голову. Короче, через минуту, когда там появятся пузырики большие, нужно будет втирать ее в свое лицо, а потом сидеть 15 минут. Втерешь? Сам втерешь. Да. I'm done. Это все мои полномочия. Просто ее намазать. Да не тыкну я тебе в глаз, господи. Relax. Сегодня это уже было. Да. Намазал, капнул. Ты идиот! Слушай, пока что я могу тебе просто в глаз ткнуть. Это весь мой путь. Ты кому что ткнет? Конечно же, я буду придумывать объективную причину, почему же я тогда снова не снимал тот вечер. Но просто вкратце расскажу то, что мне красиво оформили бровки, мы просмотрели тиктоки до 2 часов ночи и благополучно отрубились. А на следующий день Даша проспала учебу, поэтому я ее уговорил доехать до кафе и поработать со мной, а ей как раз таки нужно было поучиться, и поэтому она взяла с собой книжку «Каролина на английском», и мы сидели, просто пили. Она пила кофе, я пил свой персиковый напиток, поедая банановый кекс и кекс с крем-чизом. Мне очень там понравилось, там очень красивая посуда. Там вообще, в принципе, очень красиво и уютно. В то время в соседнем зале проходил книжный клуб. Рядом со мной находились растения, на которых мило были наклеены бумажки с расписанием полива. Не знаю, мне очень там сильно понравилось. Я где-нибудь в углу оставлю адрес, время работы и название, чтобы вы обязательно сходили. Это никакая даже не реклама. Я был с удовольствием что-то вам продал, конечно. Но нет, я случайно об этом месте узнал. Мы туда попали. Я вообще изначально не планировал туда идти. Я просто перепутал адрес, но вообще нисколечко не пожалел. Мне очень там понравилось. Советую сходить. Вот. Разговаривать самому. Думаю, вот езда осталось около 2 часов. Мы заказали чипсы. В Азбуке Вкуса мы взяли колу за 160.03, Аризону 0.5 за 169 и охотничьи колбаски. И таким образом мы решили проводить меня из Санкт-Петербурга. Она высушила свои волосы. Я сижу с Гессом, с акулой, над которого он надругался. Такие вот дела. Пока-пока, Гесс. Пока-пока.
Вот и конец этой чудесной истории.